Здравствуйте, дорогие друзья! Вот я наконец-таки сделал этот выпуск. Я очень давно не делал выпуски, решил взять некоторый отпуск. И сегодня, вот спустя столь большой отрывок времени от последнего видео, я сделаю выпуск про Warframe. Вышла эта игра где-то 25 мая, если не ошибаюсь. И сейчас я попытаюсь вам рассказать, так как видео на эту тему еще мало. Думаю, она будет пользоваться популярностью. И сразу же ставьте лайки, пожалуй, это будет большим подарком для меня, а также подписывайтесь. Итак, первым же делом хотелось бы вам рассказать о таких вещах, вначале банальных, а потом перейдем к более сложным вещам. Итак, первоначально, что вас должно заинтересовать, это игровая валюта, она делится на кредиты, а также делится на платину, которую тот же самый донат. Кредиты получаются посредством того, что вы проходите миссии на определенных планетах. Сразу предупреждаю, что некоторые планеты здесь придуманы, например, Европа. Также, что еще, как вы видите, здесь есть три режима игры. Это онлайн, это с левыми людьми, то есть заходите в зал, там к вам могут присоединяться абсолютно все. Частное, это чтобы играть с друзьями, и соло, это офлайновое прохождение, то есть одному. Также, как вы могли заметить, следующая клавиша, это арсенал, пожалуй, сразу сюда перейду. Итак, как вот мы с вами видим, у нас интерфейс довольно-таки дружелюбный. И сразу же, пожалуй, посмотрим. У нас есть винтовка, пистолет, оружие ближнего боя. Как видите, есть еще и ранг. Также вот характеристики. Ну и давайте сразу перейдем, посмотрим. Также здесь есть настроить артефакт, то есть при прохождении миссии вам надо будет выпадаться карточки. И вот, соответственно, нажимаете на настройки артефакта. И в зависимости от вашего уровня у вас есть определенное количество вещей, точнее карточек, вот, суммируется. Сколько вы сможете вставить, то есть если здесь 8, то есть вы можете в сумме, вот видите справа от карточки есть цифра, то есть если в сумме 8, то это уже предел. Видите, вот здесь их много, они однообразны бывают, и также, как видите, они однообразные, их можно собирать. Сейчас я, пожалуй, вам продемонстрирую по-быстренькому. Вот нажимаем моды, можно выбирать уже из арсенала, не переходя в винтовки. Как видите, у нас здесь есть огромное количество одинаковых модов. Сразу представлю, ядро синтеза, оно значительно лучше, чем если бы одинаковые карточки. Сейчас объясню. Ну, например, нужно найти две одинаковые карточки. Ну вот, нажимаем слияние, нажимаем, и видите, у нас повышается шкала. Также нам необходимо будет значительно больше энергии, но зато определенно это лучше, чем будет, если это будет изначальная вещь. Также можно представить ядро синтеза, и оно значительно сильнее повышается, как вы можете заметить. Чем больше ядер синтеза, тем лучше. Теперь нажимаем слияние и определенная сумма. Ну вот, символическая сумма. Также здесь можно продавать, нажимаете на клавиши на карточку, нажимаете продать. Вот там порядка будет около 200 кредитов. Думаю, вас это не заинтересует. Также отмена. Теперь посмотрим пистолет. Их значительно много существует. В принципе, я себе уже открываю кракен, но об этом попозже. А сейчас мы с вами посмотрим еще ножи. Тут тоже своеобразные плюхи. Они бывают разные. Опять-таки у меня 8 уровень, просто я их только сегодня создал. Об этом опять-таки тоже попозже, только дойдем до кузницы. Также, как здесь вы можете заметить, можно раскрашивать оружие. Это нужно заходить сюда, это сейчас челомы. Собственно, выбираем цвет. Ну, тут уже на свой вкус, на свой характер, как вам понравится. Также можно под стиль еще, собственно, и само оружие красить. Это вот сюда вот нажимать. Выбираем. Видите, у нас меняется цвет. Ну, я предпочитаю вот такой стиль. Это мой стиль. Вот. Мне всегда он нравился. Также, что у нас еще есть, это инвентарь. Здесь можно продавать, покупать и также снаряжать инвентарь. Сейчас вам покажу, как инвентарь снаряжать. Нажимаем, выбираем, что у нас есть, например. Вот так вот. И снарядить. Видите, у нас снарядилось. Во время игры нажимаем на и кратку или на Q, и у нас всплывает это окно, и мы можем спокойно воспользоваться. Также, что еще я могу вам рассказать? Пожалуй, сейчас перейдем к контактам. Ну, здесь вот видите, мой друг Слава Броников в данный момент играет, Паша Федоров, к сожалению, не играет, как-нибудь в другой раз встретимся. Также заходим в магазин, это должно вас заинтересовать.
здесь определенно есть рейтинг. Ну, я, собственно, как бы не обращаю на это внимания. И вам советую Warframe. Сам, собственно, Warframe — это персонаж, экзоскелет. Как видите, их достаточно много. У каждого есть свои способности. Я выбрал Локи, по-моему, это довольно-таки хороший персонаж. Также здесь за игровую валюту можно сразу купить. А можно купить тот же самый чертеж Вольта. Вот он. Покупаем чертеж Вольта, например, за 35, к сожалению, сейчас не хватает. Тут у него достаточно интересные способности. Покупаем, и нам придется его создать. Как только мы его покупаем, заходим в кузницу. Вот я себе выбрал Эмбера. Эмбер сейчас у меня в стадии завершения. Сейчас я, как бы, как только вы соберете все, нажимаете создать. И спустя, вот тут показано, build time 12 часов. Также необходима цена вот этого всего начинания строительства, это 15 тысяч кредитов. Тут также, как видите, только здесь кракен делается один день и необходимо 25 тысяч. Ну, в принципе, это не так уж и много, думаю, это каждый потянет. Итак, здесь, как видите, как получить ресурсы. Люди многие задаются, как получить такие ресурсы. Ну, теперь вернемся, собственно, к нашей планетарной модели, нашей системы солнечной. Итак, как видите, здесь множество планет, вымышленные, те, которые существуют. Если наведем, то вот тут, там, где написано Церера, вы можете увидеть ресурсы под описанием и сравнивайте, какие вам нужны ресурсы. Например, нам нужны металлические пластины. Мы заходим и вот, собственно, нажимаем в бой и перемещаемся. Посредством того, как мы проходим, мы их получаем. Также сейчас посмотрим, первая миссия, которая у вас будет, у вас это Меркурий. Посредством того, как вы будете его проходить, у вас будут открываться планеты, Сатурн, следующая карта. Здесь получаются все другие ресурсы, каждая планета свои ресурсы. Также, если у вас есть друзья и вы хотите с ними поиграть, необходимо первым делом их добавить. Потом нажимаем пригласить и нажимаем на ник игрока. Думаю, славы я пока играть не буду, так как я записываю видео. Ну что ж, пожалуй, я все рассказал. Ну и, пожалуй, надо куда-нибудь сейчас сходить, посмотреть. Вы увидите, собственно, как происходит сам игровой процесс. Нажимаем на планету, присоединяемся. Сейчас у нас будет загрузка. Итак, вот, собственно, сам игровой процесс. Сейчас карту в левом верхнем углу показывает нам, куда идти. Вот такие двери необходимо открывать с одной стороны, чтобы кто-нибудь нажал. И я со второй. И у нас, как видите, загорается все. Все прекрасно, все работает. Также мой, например, лук необходимо постоянно натягивать. У вас же изначально оружие МК какое-то там. Необходимо будет просто нажать на гашетку, и все уже вам произойдет. Также у вас наверняка обязательно будет скана. Это у нас изначальное оружие, изначальный нож. Как пользоваться и это нажимать на Е. Если просто нажать будет тут легкий удар, а если зажать, то у нас получается следующий удар. Довольно серьезный, на мой взгляд, и наносит нам больше урона. Также у нас есть пистолет, если его, на него можно переместиться посредством того, нажать F. Если вы будете спрашивать, как достать лук, вам необходимо будет опять его покупать чертеж в магазине. А вот, собственно, и ресурсы, которые мы с вами ищем, находим на них. И у нас написано, что ферит прекрасный. Как раз мы ферит и нужен. Вот так и добываются ресурсы. Также необходимо подходить и открывать ящики. Ящики у нас, пытаюсь сейчас их найти. Ящики. Вот и ящики. Подходим, нажимаем X. Они открываются, из них выпадаются буквы. Ну, тут значительно все просто. Думаю, вы сами разберетесь. Ну что ж, приятной игры. Всем спасибо. Пока.